Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Мужская компания» и я ее ведущий Егоров Вячеслав. Сегодня мы поговорим о нерестовом запрете в Пензенской области. На сайте Минсельхоза России первоисточники, я их нашел и зачитываю. Мало того, я нашел изменения к этому приказу, поэтому давайте зачитаем. Приказ от 18 ноября 2014 года за номером 453 об утверждении правил рыболовства для волжско-каспийского рыбохозяйственного значения с изменениями на 19 апреля 2016 года. Пункт 30.29. Водные объекты рыбохозяйственного значения Пензенской области. 30.29.1. Запретные для добычи вылова водных биоресурсов районы в Сурском, в скобках, Пензенском водохранилище, в верхнем бьефе гидроузла Сурского водохранилища от плотины до административной границы села Камайка, в нижнем бьефе гидроузла Сурского водохранилища на протяжении 1 км от плотины. Пункт 30.29.2. Запретные сроки периода добычи вылова водных биоресурсов с 15 апреля по 15 июня. Всеми орудиями добычи вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега, с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи вылова у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении номер 6. Приложение номер 6 в этом же приказе на сайте Минсельхоза России. Можно ознакомиться, я его не буду зачитывать, оно большое. К правилам рыболовства перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Пункт 30.29.3. Запретные для добычи вылова виды водных биоресурсов. Миноги, стерлядь, синец, поддуст, рыбец, берж, чихонь. 30.29.4. Минимальный размер добываемых вылавливаемых водных биоресурсов – промысловый размер. Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу, вылов, приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение, выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину в сантиметрах, менее указанной в таблице 31. Судак – 40 сантиметров, жерех – 40 сантиметров, лещ 25 сантиметров, сазан 40 сантиметров, сом пресноводный 90 сантиметров, голавль 20 сантиметров и раки 10 сантиметров. Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде. У рыб путем измерения длины от вершины рыла при закрытом рте до основания средних лучей хвостового плавника. У ракообразных путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Добытые выловленные водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице 31, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Теперь мы знаем, как себя должны вести рыболовы в Пензенской области в нерестовый запрет. С вами был Егоров Вячеслав. Увидимся на рыбалке.